В минувшие дни в Доме народного творчества в рамках официального открытия года волонтеров и добровольцев прошло республиканское собрание активной молодежи. Волонтеры-медики развернули площадку и представили компанию «Вавиол» – травы Тувы. Они рассказали о пользе тувинских трав и о фиточаях, которые приносят огромную пользу организму. Мы, Республиканский медицинский колледж, сотрудничаем с компанией «Вавиол». Здесь мы представляем продукцию этой компании, сборы для здоровья и травяные чаи, которые очень полезные и вкусные. Компания специализируется на производстве чайных напитков, травяных сборов, фитопродукции, натуральной косметики, мыла и шампуня ручной работы на основе диких растений и природных компонентов. Все растения бережно собираются в уникальных природных уголках, в высокогорье Саян, в безлюдной тайге, на берегах могучего Енисея, в окрестностях горных озер и опаленной пустынной местности, где берет свое начало пустыня Гоби. Чтобы получить максимальное разнообразие диких растений, производят сбор в Республике Хакасии, в Красноярском крае и в Республике Тыва.